Всем привет! Сегодня будем готовить простой и вкусный ужин всего из трех картошек. Делается он из обычных продуктов и не отнимает много времени. Быстро, вкусно, сытно и бюджетно. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Сначала натираем на крупной терке сыр. Затем трем на терке для корейской морковки картошку. Если специальной терки нет, тогда можно порезать картофель ножом, чтобы получилась мелкая соломка. Дальше заливаем картошку холодной водой. Хорошо промываем ее. И откидываем на сито. Теперь помещаем картофельную соломку в миску, добавляем соль, перец, сладкую паприку, кориандр и хорошо перемешиваем. Добавляем муку и опять перемешиваем, чтобы мука равномерно распределилась по всей картошке. Делим подготовленный картофель на две части. Сковороду смазываем размягченным сливочным маслом. Перекладываем туда одну часть картошки. Распределяем ее по всей плоскости. Сверху делаем прослойку из тертого сыра. И закрываем все оставшейся частью картофеля. Дальше ставим сковороду на средний огонь, накрываем крышкой и жарим нашу картошку 10 минут до образования снизу золотистой корочки. По истечении времени переворачиваем картофельный пирог с помощью плоской тарелки подходящего диаметра. Подравниваем, снова закрываем сковороду крышкой и продолжаем жарить еще 5 минут до получения золотистой корочки и с другой стороны. Затем перекладываем пирог на тарелку. По желанию посыпаем рубленым зеленым луком или любой другой зеленью и подаем к столу. Вот и все. Вкусный ужин из картошки готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить новые рецепты, нажмите колокольчик. До новых встреч!